27 марта 2023 год, напротив, адресный ориентир Теплый Стан, дом 5. Территория граничит с ландшафтным заказником Теплый Стан. Реагенты. Вот сюда ссыпал автодор снег. Если у нас реагентов на ОПТ не должно быть, тогда департамент природопользования пусть объяснит, почему на этих кучах следы реагентов. Что является подтверждением того, что автодор все-таки ссыпал на территорию заказника грязный снег. Вот еще эти кучи, наваленные автодором. Дальше идет чистый снег совершенно. Сейчас дойдем до следующей кучи, ссыпанной автодором. Вот она, кстати. Здесь тоже следы реагентов. А департамент природопользования продолжает настаивать на том, что были проведены проверки, ничего не подтвердилось. Ну вот они все. И все это вниз уходит. И все отсюда с тротуаров сметается. Тоже в заказе сейчас. Все на газоне. Красота. Ну, везде дальше вдоль ограждения такой же навал реагентов. А здесь вот я специально проверю. Вот то, что было свалено автодором. Вот докуда доходит даже. Вот. И вот эта куча была навалена с реагентами. И вот они, реагенты, здесь лежат.